Всем привет, это Свен Тавид, и мы продолжаем проходить Fallout, мы продолжаем идти на помощь рейнджерам Райли. Сейчас мы находимся, мы недавно покинули госпиталь, там, правда, не все обшарили, не все медикаменты забрали, но так уж получилось, не хотел затягивать серию, обшаривать каждый угол. Но мы перебрались по антенне в отель и продолжим наше шествие. Вот нас, кажется, заметили, пытаются обстрелять, но не попадают. И на крыше этого самого отеля засели оставшиеся в живых рейнджеры Орали, которых мы будем оттуда спасать. Ну что ж, начнем. Так. Отсюда мы пришли. Это я зря сделал. Увидимся через мгновение. Так, продолжим. Внизу нас ждут. Время новостей. Погодка сегодня особенно паршивая. Возможны несчастные случаи. Оставайтесь с нами и ждите прогноза. Где ты? А вот. Спасибо за внимание, дети. Кентавр. Готов. Читерские предметы я убрал, ну, как оказалось, что их настроили читерски. Вернул старое. Будем с этим воевать. С мутантами. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они умереть здесь от старости-то не могут. Чемодан. Они могут выглядеть как страшные старая зомби, испорченная книга. Ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, так, продолжаем. Если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте, ага, аптечка есть. В стороне, а, а что у нас? Мелкое. Ах, да, ребят, интересно. Важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро. Заберем. Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь послушаем музыку. Так, испорченные. Так, где-то здесь рядом бродит супермутант. Так, патрошки у него кто-то забрал. Так, тут у нас что? Так, аптечки нет. Ничего полезного нет. Пошли дальше. Доска с гвоздями. Так. Еще один мертвый супермутант. Еще одна ванная. Так. Тут тоже аптек нету. Ладно, пошли дальше. Так, что здесь? Так, что это... Действие чего у нас закончилось? Ну да, я там наркотики применял. Всякие препаратики. Так. Тут еще одна кровать. Посмотрим, что здесь. Испорченное. Так, ладно. В здешнем туалете что-нибудь есть полезное. Тоже нет. Ладно, идем дальше. Наверное, нам туда, но давайте посмотрим, что здесь. Так. Хавчик, стимулятор. Хавчик. Замечательно. Ядерко. О, аптечка. Берем. Потрошки у него забрали. Так, тут что-нибудь есть у нас? Нет. Ничего интересного нет. Да, опасности вроде нет, так что можно двигаться вперед. Тут нужно быть немножко, так сказать,
А, вот и погибший рейнджер. Или нет? Да нет, это он. Так, мы можем починить наш дробаш, а то он поврежден. Немного. Ну так, немножко лучше. Ну. Так. О, потрошки. Хорошо, замечательно. Как хорошо, что нам дали код. Бедняга, тебе не повезло. Ну, хоть убил своего убийцу прежде. Забрал достаточно мутантов с собой. Так, есть подъем выше. А есть заход сюда. О, тут тоже пошинкованные супермутанты. Так, видно, что они тут прорывались. Давайте комнатки осмотрим. Так, заберем. Где-то рядом супермутант бродит. Так. Наверное, где-то здесь. Твою мить. Перепугался, блин. Это же надо так перестремать. Я думаю, открываю дверь и думаю, тут, блин, мутант супер живой. Супер мутант живой сидит, блин. И жахнул. С пироляку. Да. Что-то я нервный. Немножко так, но нервный. Так. Все испорчены книги. Засранцы не могли хоть одну книгу целую оставить. Еще и босс. Твою мать, вот это ж мне повезло. Где ты, засранец? Где ты, гнида? Так, подлечимся. Так. Закинемся вермишелькой. Винт. Чипсинки. Так. Сопротивление урону. О, зависимость. Зависимость. Зашибись. Будем лечиться. Где ты, гад? Куда ты смылся, засранец? Я тебя на куски порвал! Так, лечимся, лечимся. Твою мать, увидимся. Продолжаем, игру свернула. Так, выбираем это оружие. Нас пока не видят. Так, там, как вы знаете, еще ничего нет. Зайдем сюда. Как раньше. Так. Опять же, применим медикаменты. Так, винт. Медикс. Психа. Да-да, у нас зависимость. Я знаю. Давайте валить этого засранца. Ну иди сюда, гад.
не долетает. Ладно. Так, ну покажись. Так, это не тот супермутант. Одним супермутантом меньше. Так, и следующий уровень получили, но пока его нам не дадут. Пока мы не завалим еще одного толстого засранца. Только бы он показался, гад. Но он, гад, почему-то не хочет показываться. Ну, иди сюда. Где этот гад? Лови. Так, подлечимся. Да. Ремонт. Так, ремонт, взлом уже прокачан. Так. Тогда качаем, что мы качаем? Так. Немножко медицину. Подкачаем. Скрытность. Дела жителей пустошей. Энергетическое оружие. Вы слушаете новости галактики. Да давайте все вот сюда. Вы слушаете новости галактики. Время новостей. Вот детки. Так вот. Может, так. У нас и нет супергероев. Два громилы из общины Кентербери не в счет. Но у нас теперь появился химик, настоящий сон, поборник хакер. Справедливости. Слушайте. Мальчика из убежища 101. Так, сопротивляемость химикатам. Каждый день приходится отражать атаки мародеров. Но, кажется, после того, как наша деточка из убежища так, решила в одиночку пробраться в темные глубины станции Мерешти, нападения прекратили. А самое вкусное... Так, давайте с парнем по имени Иэн, возьмем вот захватили в плен во время прошлого это нападения. Вот сопротивление химии. Что же случилось там? Так, готово, сохранились. Дружеская беседа или успешное применение огнестрельной дипломатии. Соберем полезное. В конце концов, какая разница? Варефу теперь снова тихо благодаря одинокому пушку из убежища стоит. Так, потрошки собрали. Спасибо за внимание, дети мои! У нас там байки, новости рассказывают. На волне вашего любимого радио новости галактики. Мои радио свободны. Так, тут мы все уже с вами осмотрели. Продолжим. Так, что за тормоза? Тут рейнджеры тоже пробегали. Без нас погасили. Пару-тройку мутантов. Так, тут ничего нет. Ладно. Так, идем дальше. Скелетики местных жильцов.
Так. Неплохо так сохранил весь интерьеры. Довоенные. Более-менее. Так. Так, меня попускают после химии. Так, слышу супермутанта. Так. Ага. Так, тут завалено, тут открыто, идем дальше. Так, ловушек вроде нет. Помри, гадина. Так, а тут ловушечка. Вроде нет. Идем дальше, поднимаемся. Так, тут завалено. Там кентавр бродит. Ну, иди сюда. Кентавр. Готов. Так, тут все завалено. Так, проверим комнаты. Ага, это заперто. Что у нас тут? Кладовая? Кладовая. Так, подружки. Откуда в кладовой подружки? В отеле. Мотели. Непонятно. Но будем считать, что супермутанты. Хотя, как они закрыли дверь на ключ. Вряд ли они до этого не бы додумались. Или ихними огромными граблями они бы смогли закрыть на ключ эту дверь. Непонятно, кто это тут все оставил такое ценное. Продолжим. Аптечка. Забираем. Так, что в квартире? Ловушек нет. Тут ничего интересного нет. Так, уцелевших книг нету. Мутантов тоже не видно, не слышно. Так. Блин, хоть одна бы книга сохранилась. О, а теперь слышно мутантов. Ага, так. Давайте посмотрим, что это, запись или... Дорогой мой лунный лучик, я знаю, что ты с нетерпением ждешь вестей обо мне. Прости, что оставил тебя. У меня появился шанс заключить хорошую сделку, благодаря которой мы смогли бы начать новую жизнь. Я пошел в гостиницу «Стейтсмен» на встречу с покупателем, но сделка не состоялась. Мы стреляли друг в друга, и теперь, похоже, я умираю. Мне отсюда уже не выбраться. Тут чертовски много супермутантов. Я могу лишь записать это сообщение и спрятать его в одной из комнат. Ты сильная девочка и, уверен, сможешь выжить одна. Я тебя этому научил. Мне отсюда уже не выбраться. Тут чертовски много супермутантов. Я могу лишь записать это сообщение и спрятать его в одной из... Все, хватит. Бедолага, не повезло. Так, тут туалет. Понятненько. Где ты, гад? Ходит игра! Так, этого избавили от мучений.
Твою маму. Там еще один такой веселый дядя. Ой, опять химия закидываться придется. А что поделать? Психа. Нанесем скрытую атаку. Слава богу. Уделали засранца. И достаточно быстро. Так, обезвредить. Окей. Обезвредили. Обезвредили. Замечательно. Фу, хорошо, что его раньше заметил, чем он меня. Не смог подготовиться. Встреча с этим засранцем толстым. Так, тут у нас лифт. Так, давайте посмотрим сначала, что здесь. Это я почти уверен, что нас подымет выше. К этим ребятам. Вокруг Evergreen Mills все чаще видят рейдеров. Наверняка у них там разбит какой-то лагерь. Не забывайте об этом, когда захотите прогуляться в окрестностях. Спасибо за внимание, дети мои! Готово. С вами 3Dog Night. На волне вашего любимого радио новости Галактики. Стелс, детка. Стелс. Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь... Этого не я завалил. Так, что это у нас тут за развалины? Так, целых книг нет. Плохо. Ладно, давайте досмотрим здесь по коридору, а потом уже заберемся наверх, повыше. Так. Можно подняться и другим способом. Ну да ладно. Давайте таким макаром зайдем. Так. А лучше вроде нет. Можно было, конечно, и на лифте подняться, но... Давайте пешочком. Твою маму. Опять. Так, подлечимся. Ничего особенного. Да-да, ничего особенного. Уходи. Давайте в торс ему. Так, а другое что? Сейчас ты умрешь, Нормик!
Скотина. Уделали скотину. Правда, лазерную винтовку поломали. Да. Могла бы мне пригодиться для починки моей. Лучше уж так. Зато быстрее увалили и меньше повреждений схватили. Так, этого супермутанта уже обобрали. Лови, дружок. Засранец. Так, что у нас здесь? О, книжечка. Ну, это и все. Давайте ее сразу прочитаем, где она у нас тут лежит. Скрытность повысилась у нас, однако. Что здесь? Опять какой-то чулан с боеприпасами наверняка. Так. Ну, давайте взломаем. Еще чуть-чуть повернем. Вот так. Полисмок. Чей-то скелет. Аптечка. Замечательно. Патрончики для снайперки. Великолепно. Но это и все. А нет, еще аптечка. А теперь все. Так, тут тупик. Идем наверх. Путь вниз завален. Сохраняемся. Так, это прекрасное место, чтобы отремонтировать все, что у нас есть. Так. Дезинтегратор. Так, вот давайте досочки подчиним. Так, наш автоматик. Подчиним. Так. Так, снайперку нет. А вот суперкувалда. Готово. Штурмовуху. Готово. Идем дальше. Так. Ну где вы, ребята? Правда, нам там придется еще одну кучу. Упс. Не получилось. Обязательно там еще нам придется кучу мутантов валить. Ну что поделать? Какой у нас выбор? Мы еще не на крыше, блин. Я уж так надеялся, что мы уже на крыше. И наконец-то найдем ребят и будем прорываться. А у нас тут еще один этаж, однако. Твою маму. Да помри ты. Как я эту ловушку не заметил, а? Так, скучно. Что-то я подслепковат стал. Однако. Ну, ладно, хоть увернулись.
свежие новости. Две недели. Уже две недели, как наши парни в силовой броне вышибли урода. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Чистота. И запустили крошку на полную катушку. Здесь у нас лифт. Но вы все помните Джеймс. Но пока им воспользоваться не собираюсь. 101-го убежища. Так вот, естественно, у деточки была еще и мама. И мечтала она, угадайте, о чем? Понимаете, мама тоже работала над этим проектом. Знаете, чего она хотела? Живую воду. Так. Чистую. Вскрываем. Для всех и каждого. Черт, по-моему, это прекрасно. Даже лучше. Это так, правда. Тут будет бой. Чистая еда, черт возьми. Так, одного убрали. Подождите чуть-чуть, ребята. Прямо сейчас братство договаривается с охраной и Карваны уже идут. Так что, детишки, готовьте стаканы, я наливаю. Спасибо за внимание, дети мои! Так. С вами 3Dog Night. На волне вашего любимого радио новости галактики. Твою маму. Там еще и супербосс. И мы работаем для вас. А теперь... Так, закидываемся снова химией. Во-первых, подлечиваемся. Халаем вермишель, принимаем винт, медикс и психа. Ну давай, гад! Засранец. Где ты, тварь? Так, подлечиваемся. Их там двое. Это вообще, блин, не весело совсем. Так, подлечиваемся, подлечиваемся. Твою маму. Уделали. Продолжим. Чуть, ребята. Прямо сейчас братство договаривается с охраной Ривит Сити. Так, подлечиваемся. Я уж не помню, принимал ли я наши мега препараты. Стаканы я наливаю. Спасибо за внимание, дети мои. Так, что у нас тут есть? Так. Пустоши, и мы работаем для вас. Крышка мина. А теперь немного музыки. Так, отходим. Так. Граната осколочная есть. Ну, готовы встречать. Есть контакт. Иди сюда. Так, почти убили нас, но... Ну там есть еще один засранец. Сохраняемся по-быстрому. Забираем этот лазерный гатлинг.
Прокрадаемся дальше. Надеюсь, он там не скоро очухается. К нам подойдет. Я надеялся поставить еще мины. Так. Так, отходит вроде. Давайте накидаем еще мин. Ну, засранец, где ты? Покажись. Давай-давай, покажись. Я тебя угощу пулькой. Так, наши шмины под нами не взрываются или взрываются? Не взрываются, хорошо. Так, где ты, гад? Вот ты где. Держи. Так, теперь берем пятерочку. Так, мин можно еще, наверное. Одну так поставить. Ну, я тебя жду, гад. Иди сюда. Ну, ты идешь, гад. Или ты туго соображаешь? Похоже, туго соображает. Ну, где ты, гад? Ну давай, иди сюда. Так, от психа и прочего нас уже попустило. Давайте заново. Так. Ну давай, иди сюда. Ну, ты идешь. Давайте еще раз зарядим. Так, подлечимся. И второго уделали. Замечательно. Забираем нашу мину и идем вперед. Больше тут, надеюсь, бабаек огромных нету. Двух боссов вполне достаточно. Так. Ну, еще, так сказать, неплохо отделались. Могло быть все намного хуже, чем в итоге у нас было. Так, квантовая. Ну, думаю, в этот раз у нас будет уже достаточно квантовой, чтобы расплатиться с барышней. Так, боезапасы. Так. Тут у нас кто? Робот.
Так. Так, аптечка. Дорогие мои слушатели, мальчишки и девчонки, вы как? Так, нам на ту сторону. Дерево. А что у нас здесь? Нет, нет. Не эти кривые черные коряги. Я говорю так. О настоящих деревьях. С коричневой. Какая-то столовая. С зелеными листьями, фотосинтезом, как в старых. Так, это выход сюда. Итак, а если тут жахнуть? Все восполняется. Где-то прямо тут, на столичной пустоши, есть место, где растет много деревьев. Так, ясно, могли и так подняться сюда. В наш вонючий век цвета детской неожиданности. Так, берем, это возвращаемся. Тут нам делать нечего. И, возможно, я тогда экспериментировал с химией, но говорю вам, он точно есть. Так, а поднимаемся. Так, что у нас здесь? Который рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Так, классно. Нам сюда. Мы проверим, что у нас. Тут очки. Видите ли, дети мои? Так, тут ничего. Небольшая баррикада. Но это если вам повезет. Так, книжка, где книжка? Супермутанты обычно утаскивают жертв с собой черт знает куда. Считайте, аж книжку подбирал. Официально предупредили. А теперь немного груза. А, вот. Подкачали холодное оружие. Окей. Ну, поехали. Надеюсь, это уже крыша. Почти. О, мы на крыше. Где-то тут эти ребята там повоевают. Так, мины. Осторожно, тут могут быть мины. Так, ребятки, подождите. Я сейчас буду. Так, мы с этой стороны. Какого фига? Так, это мне не нравится. Так, побежали. Тут какого фига они были враждебны нам? Стали вдруг. Где они? Ребята, спокойно свои. Эй ты! Тащи сюда свою задницу, пока тебя супермутанты не заметили! Ладно, тащу. Зови меня мясник. Я отрядный врач. Приятно видеть дружелюбное лицо. Ладно. А теперь, что ты за хрен с горы? И когда придут подкрепления? Боюсь, что подкрепление... Все здесь. Хм. И чтобы добраться сюда в одиночку и живым? О, впечатляет. Рейли отправила на задание подходящего человека. Как всегда. Эй, она в порядке? Ага, все отлично, ее подлатали, она выздоравливает в подземелье. Гора с плеч. Я ей сказал, что она рехнулась, когда решила выбраться отсюда тайком. Видать, я был неправ. А теперь давай-ка поймем, как отсюда убраться. Я бы предложил вернуться твоим путем, но, очевидно, теперь не получится. Так что скоростной лифт — единственный выход. Похоже, что лифт не работает.
Твоя правда. Нам нужно как-то запитать мотор лифта там, наверху, и запустить эту штуковину. Пока мы поднимались сюда, мы точно проходили служебное помещение. Там был дохлый протектрон. Если принесешь мне его ядерную батарею, Донован сможет запитать лифт. У меня есть ядерная батарея, чтобы починить скоростной лифт. Фантастика! Скорее иди к Доновану. И как только он запустит лифт, прорывайся. Помни, встречаемся в нашем штабе на базе рейнджеров. Не задерживайся. Так. Кто Донован? Эй, привет. Донован к твоим услугам. Ты ломаешь, я чиню. Так, у меня вот ядерная батарея, чтобы починить скоростной лифт. Дай-ка мне ее. Всего несколько минут, и лифт у меня заработает. Как только я его запущу, мы свалим отсюда. Окей. Давай. Так, спасли сами себя. Это еще зачем? Спокойно. Валить пора. Барышня тут застряла. Эй, все в порядке. Мы Молодец. С Юджином рады тебя видеть. Вот засранцы. Слава богу, все позади. Все живы. Эй. Так. Эй, все в порядке. Мы с Юджином рады тебя видеть. Я рад вас видеть живыми. Так, забрали, пошли дальше. Так, тут ничего полезного не осталось. Но если они там не умрут, пока... Не с ними там. Повторяю, я не знаю, как тебя благодарить. Я отправлюсь обратно на базу рейнджеров. Погляжу, вернулась ли Рейли. Заглядывай ко мне, если окажешься поблизости. Если тебе понадобится медицинская помощь, припасы или ремонт, дай знать мне или Доновану. Окей, чувак, окей. Ну вот мы снаружи. Так, там какой-то торгаш. Ладно, валим отсюда. Если получится, конечно, сейчас. Нам нужно обратно в подземелье, я так полагаю. Скотина. Готов. А теперь валим. Хорошо, мы спасли рейнджеров. Это зашибись, конечно. Но какая же затратная была эта поездочка. Интересно, эта красавица уже на базе или все еще тут
у Дока. Мы сейчас с вами проверим. Заодно и подремонтируемся, и поторгуем. Так, что у нас тут с оружием? Винток тут много поднасобирали. Можно немножко их распродать. Так, супер кувалда, трехлучевой, штурмоухи. Что тут еще можно под... Ага, миниган. Так. Кувалда. Так, готово. Доски с гвоздями. Ну и все, думаю. Так, где торгашка? Вот торгаш. Ужасный здесь воздух. Здорово. Ты снова здесь. О! Да, давай поторгуем. И... Так, давайте продадим все наше лишнее. Вот гатлинг. Хотя не гатлинг, оставим. Не, продадим. Так, доску. Еще одну досочку с гвоздями отдадим. Кувалдочку. Миниган оставим. Нож, обрез. Продадим. Оставим, продадим. Продадим. Так, это не продадим. Так. Вот штурмоухи продадим. Так, что у нас здесь? Так, это оставим, это продаем, это оставим, оставим, продаем. Так, что можем продать? Вот это вот. Так, огнемет, ядерный выстрел. Так, что у тебя есть? Ничего, дай полез. Знать, если понадобится. А, бывай. Так, теперь заглянем к Доку. Так. Ага, она уже ушла. Привет. Да, в чем дело? Покороче, пожалуйста, я очень занят. Меня ранили. Кажется, у меня развилась зависимость. Значит, правильно мне показалось. Конечно, я могу тебе помочь. Но не за даром. 50 крышек без торга. Да, вылечи меня. Ладно. Это должно помочь. Еще что-нибудь? Не, док, все. А, вот расскажи мне про этот сектор. Это опасная часть развалин. Сколько патрулей туда не посылали... Они либо возвращались потрепанными, либо не возвращались вообще. Ясненько. Тут есть еще один квестик, давайте его возьмем. Хотя потом его возьмем, он от нас никуда не убежит. Нам нужно с Райли пообщаться. Награду получить. А в следующей серии я пробегусь по долгам. Помните то убежище? Которое мы не вскрыли. И домик игрушечный, который мы на минном поле тоже не смогли раньше вскрыть. Вот туда в следующих сериях я загляну. А потом возьму этот квест. Так. Благо мы на хате Урале уже побывали, поэтому открывать эту локацию нам не придется.
И мы можем с вами переместиться быстро и безболезненно. Народ. И снова здравствуй. Так приятно снова тебя видеть. Расскажи нам о рейнджерах. Мы наемники, но занимаемся не охотой и отстрелом, а составлением карт для тех, кто заплатит. И, кстати, неплохо зарабатываем. Нас было пятеро, пока не погиб Тео. Ясно. Давайте... Так, Райли. Ты выглядишь, как будто только что из ада. Да, прогулка вышла веселая. Еще бы. Честно говоря, я поражена, что у тебя все получилось. Ты можешь мне рассказать, что с моими людьми? Все прошло, на удивление, хорошо. Как видишь, мы никого не потеряли. Так. Поражаюсь твоей смекалке. По-моему, тут на развалинах нет никого столь умелого, как ты. Думаю, за мной должок. И я собираюсь его вернуть. Я уверена, что тебе интереснее награда, чем моя болтовня. Так что давай перейдем прямо к ней. Давай. Да-да, у меня много дел. Ладно. Но хоть дай поблагодарить мне тебя за все. Тебя же могли убить. Так какое ты хочешь вознаграждение? Боевую броню рейнджеров или миниган? Давайте броню. Значит, броня. Носи ее с честью. Так же, как и мы. Можешь считать это место своим вторым домом. И если окажешься неподалеку, ты всегда сможешь найти здесь приют. Ну вот и все. До встречи, малыш. Окейушки. Так, репутация, квест закончен, опыт получен. Так, что нового после твоего возвращения? Даже не знаю. Мне кажется, я больше не гожусь для такой работы. Я чуть не погубила там всех, на Вернон Сквер. Разве ответственный лидер мог так поступить? Одно неудачное решение за другим. Мы не допустим. Мы все допускаем ошибки, Райли. И ты не ясновидящая. Да, но я завела парней в тупик. Тео погиб, потому что я решила укрыться в больнице. Не думаю, что мне можно доверять кого-то вести. Тео погиб, потому что ему просто не повезло. Вот и все. Спасибо. Это очень мило с твоей стороны, пытаться меня утешить. Надеюсь, что скоро я вновь смогу заняться картами развалин. Многие хотят, чтобы я поскорее закончила эту работу. Позволь мне помочь, и оставайся тут, а я займусь картами. Ты станешь жизнью рисковать ради меня? Конечно, почему бы нет? По виду тебе помощь не помешает. Ну, ладно. Это неожиданно, но я, конечно, не откажусь. Да, и я обязательно тебе заплачу. И не вздумай отказываться. За каждый маркер для карт, который ты найдешь на столичной пустоши, я щедро расплачусь крышечками. Находи их, возвращайся сюда, и я скачаю их с твоего питбоя. Замечательно, я сделаю все, что смогу. Вот, держи, картографический модуль. Только, пожалуйста, не потеряй. Донован потратил целый год на его разработку, и у меня таких немного. Он автоматически будет считывать с твоего питбоя всю информацию по картам, которую ты соберешь. Когда ты вернешься, я заберу у тебя эти данные и расплачусь с тобой. Круто. Эй, привет. Есть что-нибудь для меня? Так, у меня есть новые данные по картам. Хм. Чтобы я смогла с тобой расплатиться, тебе придется принести мне новые данные. Все эти локации уже есть у нас в системе. Ясно. Ладно, расскажи мне про группировку Коготь. Позволь мне дать тебе совет. Держись от них подальше. Это редкостные мерзавцы. Да, я знаю. Ни принципов, ни совести. И они легко пришьют безоружного, если им за это заплатят. В последнее время их все чаще видят в окрестностях развалин Капитолия. Советую обходить эту местность стороной. Ясно.
Вот гадина, скачала без нашего разрешения все наши метки и теперь говорит, что, мол, у нее эти все данные уже есть. Вот хитрюга. Вы сталкивались с ними? Да, наши пути пересекались, но, по счастью, быстро разошлись. Кирпич чуть не устроил резню, когда один из них плюнул ей на ботинки, но мне удалось ее удержать. Ясно. Ну ладно. Ах, так. Диего, Донован, точнее. А, снова ты? Надо что-то починить. Да, мое снаряжение видало лучшие дни. По-моему, мы можем что-то с этим сделать. Так, чиним. 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 Все остальное не надо. Так, что нового после возвращения? Ух ты! Теперь, когда ты картируешь местность для рейнджеров, Рейли прямо вышла из ступора. Теперь мы ого-го, как в старые добрые времена. Ура! Ясно. Хорошо. Так, а мы еще не со всеми поболтали. Где? Где барышня? Вторая. Так. Наверное, тут. Нет, тут ее тоже нет. Я ж помню, что у них еще барышня была. Рад снова тебя видеть. А, вот. Отлично! Ты снова здесь! Что нового после возвращения? Теперь, когда ты с нами, Рейли опять пришла в норму. Мы крошили врагов капусту, только так. Ага, ну ладно, пора. Счастливо. Ладно, только после их спасения все новые, за все новые локации она будет с нами расплачиваться. К сожалению, я уже раскрыл достаточно много локаций, хотя еще хватит, чтобы пораскрывать, и за которое она нам заплатит. Да, вполне достаточно. Ну что ж. Давайте послушаем свежие новости. Всем известно, что Тридок Найт знает о многих сумасбродных делах, творящихся. Так, дамы и господа, на этом, пожалуй, все. Мы спасли рейнджеров. В следующей серии пойдем по долгам и возьмем следующие квестушки и тоже повеселимся. Но на этом в сегодняшней серии все. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить вот большой палец вверх, если вам понравилось видео. Всего хорошего. Пока-пока-пока.